Ну что, у Мармока вышло новое видео? Да, посмотрим. Хорошие игры 16. Изометрическая ММО Lost Ark, которая готовится к выходу в России, получила демо-версию. Торопись, время работы демки ограничено, так что переходи по ссылке в описании. Цветные глазки можно сделать. Смотришь этот видос. Мир Lost Ark ждет тебя. Что с GTA Online стало? Что за... GTA Online. Тут происходит? Шикарный шмот. Пушка гаусная, ты видишь? Да, у него вообще там какой-то страшный. С кем-то играет? Да. На службе отдыхает, видишь? Я здесь очень с коротким. Да ты задолбал умирать. Банда мопсов. Надо я сваливаю отсюда. Не знаю, мне кажется, надо идти все-таки на роллплей какой-то другой новый запускать. Ну, потому быть. Что здесь очень хаотично все. Типа, ты прям аж не понимаешь, не можешь собраться с мыслью никакой вообще. Да не хаотично, ну да, по-другому, но не хаотично. Просто если копы не гонятся, то нихера не хаотично. А если люди достают пассивный режим, и все, они даже не смотрят в твою сторону. Вау! Мопед. Просто валяется. Какой-то суперспортивный, нет доступа. Я бегу. Только я его поднять не могу, у меня нет доступа, он, короче, заперт. Заперт. А он невидимка? Что? Жесть. Вау! Блять, какая охуенная заставка. Ты каждый раз ты говоришь, да? Он раньше назывался мистер Мармок. Уже не мистер. У меня 9 хп. Так, это уже не когда. Меня убили. Это у меня сборка с разных игр. Сейчас тебе тульки погодить. Да у нас вообще все плохо. У меня 620 дэм. Ну хотя я на фаре там настрелял нормально, пару килов сделал. Оптический визор активирован. Что за оптический? Ну это типа когда ты у меня в прицеле. Блять, это равно! Беги, сука! Что произошло? Это игра. То же самое сказал, когда ты у меня в прицеле. Так игра, это Mortal Kombat. О. А это я. Не знаю, где находится треугольник на геймпаде. Вниз, вперед, треугольник, хорошо. Вниз, сейчас, вниз. Вниз, вперед, это как? Обе сразу? Или нет, вниз? Сначала вниз, потом ага. Здесь. Они, наверное, на приставке играют, да? Где треугольник? Только быстро! Никак а, черепаха. О. Вот. Я наоборот через после приставки не могу в компьютер играть. Да? Вообще непривычно. Ну ладно, в принципе, я готов тебя по этой системе ушатывать. Погнали. Что ты? Погоди! Погоди! Треугольник! Бля! Треугольник, да. Ник вниз! Видимо, Mortal Kombat X или как там? Вниз вперед! Треугольник! Раз консоль-то крутит. Нихера себе. Жесть. А, значит, этого инвалид. О, это же этот, как его там зовут? Негр Джек. Ну, я надеюсь, ты готов получить по щам от женщины. Ох, на... Он за женщину играет. Колдовства более приземленные такие бойцы. А, ладно. Все. Свои слова обратно. Жесть. Может, у тебя и турель в трусах, бля? Тактику. Ты еще не все видел. Тактика. Ох, блядь, ребра. А! Пум-пум-пах! Мне нравится звук твоих кулачков, слышишь? Он прикольный. Волосо. Я уже, блядь, ненавижу этот долбанный звук. Привыкай. Жесть. Это иногда даже приятно. Капец. Не надо. Пощади. Пощади бабу. Ах, пощади бабу. Меня полностью... Танец твой. Я блокировал атаки, потому что... Ой. Мой добивка. А, Джекс. Я не сделал тебе бруталити, блин, я хотел бруталити тебе сделать. Бруталити? Я бы тебе зубов такой бруталити устроил бы, ты бы охуел. У них в основном же ММО вот эти вот, я не знаю. Смотри на меня. А ты кто? Вот, я хотел, что она умеет? Да. Это что? Теперь скажи, какую нибудь магия. Крей. Это же не слово. Фейспалм. Что? Ты спрыгнул на эту штуку, что ли? Ебать, убери это отсюда. Стой, дай проверить. Нет, не сработает. Не сработает. Помогите, пожалуйста.
Посмотри, зайди наверх на эту. У тебя повороты резкие, ты упадешь отсюда. Я видел, как эта штука работает. У тебя слишком резкий поворот. Ну проверяй, конечно. Ты застрянешь на первом повороте просто. Я уже почти достроил. Ты эту хуйню построил, где у меня лестница должна быть, мать твою. Да сука, она ЗБС, надо просто палку. Да, одну. Какой ЗБС? Что это за бесконечная дичь? Ты думаешь, я отвечаю, она... У меня китайская стена. Потому что у тебя поворот резкий, ты выпадешь тупо я из этой херни. Я понял, поворот. Как достроить ее? Вот одной не знаю, не хочет, не хочет. Одной палки не хватает. Приходите ко мне. Палки закончились. Приходите на мой аттракцион. Приходите на мой аттракцион. Одинокий говнюк, смотрите на него. Хотел моих клиентов взять себе. Поехали. Вот даже у меня почти что... О, что там за бревно было? Вот моя работа идеально. У тебя булыжник тут огромный среди дороги. И, возможно, он прошел через... Это они горки строили? Понятно, друг от друга далеко расположены. Посмотри. Легодицы друг от друга далеко. Презентация новой дороги. Вы поедете? Давай, ты езжай. Я хочу посмотреть, как твоя эта дичь работает. Давай. Окей, как смотри, ты сейчас вылетишь просто. Давай, как сказать. Это не на черепашьих панцирях получается. Видите, как тут круг. Это аттракцион. Палки просто не хватило. Парк твой ебучий. Он что-то тут люди застряли посередине. Так, подожди. Этот аквапарк надо подорвать. Да и мой тоже, вы там камень какой-то нашли. А если в одном месте... Погоди, я лагаю. Ебать! Минус сервер! Инструкция! О! Все живы, нормально. Это она взорвалась? Да, она полностью разламывается. Она единая конструкция просто. Как я оказался так высоко, блядь, я тут не был! Ты где? Как я тут оказался, блядь? Не умирайте, ребятули! Газую! Я в тусе! Солнце, убивай! Чё мне делать? Ой-ой-ой! Вот это он вас! Почему у меня ульта так не работает? Ну всё, Габелла. У меня ульта готова. Ультую! На, по кумполу, бля! Ну, конечно, он. Ой, я естественно. Кто бы сомневался. Залетел и всех отымел. Мари. О, мой любимый момент. Это я, если что, там ничем не помогаю. Это я, если что, там с щитом своим. Я тоже примерно так играю. Ничего не помогает. Мне подходит. Так, это копыта. Это ласты. Все, иди сюда, тебе капец, короче. Бля. Опа, смотри. О, подсечка. О, бля. Чё думаешь? Что? А что он бросил? Тело какое-то. Ад. Массаж шеи. Всё. Не вставай, придурок. Не вставай. Лежи. Сейчас я смотрю фаталити, как сделать. Блин. Раз, два, три, три. Чтобы я помучился ещё, да? Ох, твою. Бля, я сделан из фарша. Прям лицо с мозгами вылетело. Вы никогда не задумывались, глядя на человека, что у него в голове? Окей, задача победить. Нет, сын в компот, господа. Олег, ты фурион, да? А у Тёма, у тебя же по дефолту скин черный, понимаешь? И ты, когда летишь, ты тоже черный. И у тебя, ну, он такой черный, когда летит... А потом белый. Он смог. Когда нужно было перебраться через границу. Меня попросили передать вам эту информацию. Срочно похилиться. Срочно паха. Давайте, не хотите заключительную в КС-ку и пойдем? А? Я умер? Что? Потому что хуйню сказал, вот почему. Сильно быстро шел по лестнице. Блин, здесь вообще день будет когда-то или нет? Начинается что? Здесь ночь длится 3 дня, как будто, я не знаю. Да, есть такое. Это Игорь, поехал. Ну-ка, Игорь. О, сейчас видно, как... Ну, смотри, ты...
камни жопой. Ты видишь, она идет прямо, прямо. Попробуй сам построить. Я смотрю по Игорю, он едет, едет, и там просто ударяется об край, и все, все, все к херам. Вот, 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 смотри на Олега, такая же херня, тупо в кон... Я вижу, вижу, вижу. Там, ну, сложно. Ты специально, чтобы мы помучились, создал этот... Да, конечно. Спуск в ад. Сейчас построим. Что за игра, так и горочки строится? Не знаю. Не открывай рот! Так, ничего себе. Как делает папа. Ух ты, мать моя родная. О, не попади. Но это же не трамплин. Или ты для как направляющий, что ли, сейчас строишь? Не, сейчас подожди, я хочу проверить. Когда дохуя ресурсов, блин. Отойдите от подстройки, молодые люди. Она не ставится. Идеалити. Я краш-тестер. Так ты у тебя там в конце то что? Почему я подпрыгнул? У тебя поворот. Подожди, а чё? А почему мне в конце поворот рели? Мягонько приземлился. Да. Горка приземлился. Блин, так жестко выглядит, да, все? Да. Привет, двуногие! И с наступающим летом всех! На этом, пожалуй, все. Я задам стрекача, а вы можете подождать рамочки. Здесь был грёбаный Мармок и рубрика «Хорошие игры». И успокойтесь, уже со следующей недели заработает этот треклятый вентилятор. Пока. Блин, Mortal Kombat вообще так прорисован. Слишком анатомично, уже прям страшно смотреть, да?